Приступайте, дамы и господа. Это Гребенников, это еще один Гребенников. Вопросы можно задавать Жене, пожалуйста. Жень, первые две партии сложно складывались. Что изменили, чтобы в третьей так оторваться от цели? Хороший вопрос. Думаю, что у нас хорошо по подаче блок начало в третью партию. А я думаю, что первая и вторая партия были тяжело нам выиграть, просто без ошибок играли. И когда команда против нас без ошибок играет, это всегда трудно. Первый сет у нас шанс был, и мы его взяли во второй сет, но она была на сайдалку, на 2-3 сайдалку, она была сразу очкузия, но не получилось. И Бедро очень хорошая команда, и довольна, что мы так выиграли. По ходу что-то обсуждали, так весело шутили с Андерсоном по ходу нескольких эпизодов. Особенно в середине. Я должен грустно быть, потому что-то такое, может быть, это было. Я люблю работу, мне нравится волейбол, я всегда веселый стараюсь работать. Когда выиграем, всегда все веселее. Не буду недовольным быть, зачем. Мне нравится волейбол играть, вот это недовольный играть. Просто журналисты шутили, что, возможно, матч сборных Англии и США по футболу, который стартует сейчас, учитывая, что вы фанат футбола и сами начинали в него играть. Это сборная Франции, все. Это сборная Франции, Мбаппе и все. Я футбол пока не смотрел, я волейбол интересный. Спасибо большое. Еще вопросы? Вопросы? Спасибо.